Всем привет! Сегодня вторник. Я только подъехала к работе и смотрю, там стоит какой-то мальчик, звонит уже в дверь. И я такая подхожу к нему, присматриваюсь, у него на майке написано что-то «Здравствуй, да здравствует Россия». И я ему сразу «Здравствуйте!» Такая «О, здравствуйте!» Сейчас он заедет со своей огромнейшей машиной. Я видела, там Оливье уже вернулся. Надо срочно подкрасить губы, чтобы я была нарядная. Я одеть маску. Решила спрятаться под стол. Сейчас зайдет. Мы с Жужукой после работы пришли выбирать зонтик. Хотим поставить на террасу зонтик. Только цвет надо выбрать. Для кулер? Ты какой? Ты нуар? Это грей нуар, там листов. Ой. Говорю, давай возьмем такой же, как такого цвета. Я бы такого хотела. Красивый такой яркий цвет. Ah, attends, celui-là, il est plus petit, regarde. 250 sur 245. Et celui-ci, c'est 300 sur 245. Et le prix, 60. C'est le même prix. C'est bizarre, il est plus petit et il faut plus de poids. Ah oui. Ni toi, ni pas. Il est carré, 250 par 250. Ah oui, et lui, il est pas carré. 200... Oui. Этот получается прямоугольный, этот квадратный. Ну, давай попросим кого-то, чтобы нам открыли. Ça c'est carré et ça c'est rond. А, ça c'est rond? Oui. Et ce... Ah, et celui-là, regarde. Il est... Oui. Вот он, вот такой зонтик, он большой прям. Но нам нужен такой, чтобы он наклонялся. Тогда мы сможем прикрыть так террасу. Потому что сейчас получается, вот, допустим, стол, да, стоит, солнце светит отсюда, сюда. Каждый день, там, с 12 до 20 часов. И вот как-то надо, чтобы он так наклонялся. А это что? Тоже зонтик такой, что ли? А вот такую бы штуку купить. Можно поставить возле бассейна. Такую. В общем, мы купили зонт. Вот. Я еще взяла стакан и игрушки для Свити. И мы такие на него посмотрели. Он там открытый стоял. И Жужука говорит, а что мы вчера комментарии читали? Было написано, что плохие зонтики, некачественный, хороший зонтик, смотри, потрогали его. Там такой говорит, хейтеры, наверное. Кто это за котик такой бежит? Что? Счет фактуру завода получили? Ну, давай будем работать больше. Что, мой котик хорошенький, славненький, у тебя какой-то муха или что-то такое на тебе там ползает, да? Котик бежит, бежит, как собачка. Я вам тут игрушки купила вам. Классные. Та-дам! Эй, кто это здесь за куколка такая ждет? Да, с другой стороны выходи. Сейчас покормлю, потом пойдешь. Эй, котики мои, котики! О, кушать хотят. Кушать хочешь, да. Чего мое все кроме все маленькое, маленькое. Такая девочка, такая моя, моя, моя. Пошла уже на него прыгать. Покушайте сначала, прыгаю тут. Ты грязный какой-то, не белый, а черный кот стал. А ты что делала? Целый день сама дома была, да? Кушать хочешь? Приятного аппетита, кошаки. А ты где? Эй. Муська моя, иди кушай. Вторую тарелочку специально же приготовил. Вот. Ну да, он большой. Видите, у нас получается солнце, вот. Вот оно сейчас самое вот тут, в самом зените, а так вообще проходит вот здесь, прямо вот здесь и садится вот там. Поэтому мы когда за столом, неудобно получается. Ну, а как наклонить его?
Juste, je pense qu'il faut clencher un peu pour en voir plus. Hop. Waouh. Et bouger vers ici. Oui, ça dépend où est le soleil. Là, il est dans le zénith. Là, ça ne nous dérange pas. Après, il va descendre par ici. Oui, c'est ça. Juste, je pense qu'il est carré. Bah, du coup, il faut faire plus long, je pense. Tourner, non? D'accord, bon. Déjà comme ça. Ты кошка или кот? Вази, отхрап. Ой, какая жирная. Бедное дитё, её со школы привезли. А ну покажи ногти. Грязный. Ты чё? С такими ногтями как ты будешь играть, дочка? Ну ты сейчас, чтобы сразу пришла, руки помыла. Только со школы 15 минут назад ее папа привез, и тут же уже бежит на урок по фортепиано. Попросишь у Лены, чтоб ручки ты помыла хорошо, ладно? За дебил, блин, 30 километров в час едет. Как ему сказать, блин? Успела, блин, в аптеку, потому что в 19:30 уже закрывается, а этот итальянец едет передо мной 20 километров в час. В чем прикол, я не поняла. Мне кажется, я его опять вижу. Какой-то странный очень итальянец. Я хотела какими-нибудь итальянскими матами ему покричать, но я их не знаю, поэтому ничего не стала кричать. Забежала в аптеку, купила... вот такой вот, что это, сироп от кашля, потому что что-то у меня сын кашляет, но мне кажется, что он придумал, что он кашляет. Не знаю, в общем, но на всякий случай купила сироп. И купила долипран. Ну, долипран здесь всех лечит долипран. Я попросила аспирин. А тут спрашивают, а что аспирин, типа, зачем нужен, там все дела, господи, лезут в мою личную жизнь. Я говорю, мне аспирин нужен, потому что с тех пор, как мне поставили прививку, у меня голова болит. Они говорят, надо подождать, надо хотя бы месяц подождать, пока не надо аспирин принимать. Человек должна ходить с больной головой месяц. Они говорят, вот долипран принимайте. Ну хорошо, вот долипран принимайте. Такое ощущение, как будто эта компания долипран, блин, проплатила, и они теперь предлагают всем этот долипран. Теперь поеду денежку сниму, потому что Леночки... что у меня не было с собой налички, я ее так оставила. Думаю, пока она будет заниматься, съезжу наличку, ей сниму 30 евро и заплачу за ее урок. Она еще весь июнь будет заниматься, а в июле мы планируем купить ей пианино. Я потихонечку уже начала откладывать денежки рядышком. Блин, еще пока не очень, потому что мне еще чуть-чуть осталось накопить на операцию. Я по чуть-чуть так складывала, ну, значит, 2000 еще не хватает. Ну, мужа попрошу. А пианино, я не знаю, сколько будет стоить. Наверное, евро 700 где-то. На день рождения ей купим. Когда я сказала, что еле успела, вот, смотрите, они закрываются. Вот успела, вот прям так в последнюю минуту заскочила. Вот что я решила сделать. За деньгами забыла поехать. Нет, я поехала за деньгами, а потом забыла, и потому что увидела эту стойку, чтобы машину помыть, и решила ее помыть. Мне так нравится на это смотреть, потому что сейчас она помоет, и потом поеду уже за деньгами.
Что-то она такая грязная в последнее время машина, что даже когда рулим как-то не очень удобно. Правильно я ее поставила, машину? Эй, ты пропустила колеса или нет? Стоп, вот они колеса, стоп. А, окей. Хотя, с другой стороны, если она только мусом начала ее обрабатывать, может, я быстренько в магазин побегу и там деньги сниму? Классно, я молодец. И деньги успела снять, и машина почти помылась. Я вижу, она сушится уже. Да, даже я думала, у меня что-то со зрением. А нет же, это просто машина была настолько грязная, что ничего не было видно. Вот, оказывается, надо было просто помыть ее. Ты черный хлеб кушаешь? Понравился? Не-не. Это русский хлеб. Пока мы с Леночкой везде ездили, папа нам приготовил быстренько курицу и зеленую, что? Зеленую фасоль. А на русском. А рекувер я тоже знаю, а на русском. Ну вот видишь, я тоже забыла. Попка. Чего? Попка. Не попка, зеленая фасоль. Такая же зеленая, как наш бассейн. Он до сих пор не приехал, зараза. Я купаться хочу. Это даже если он приедет и что-то сделает, то это в любом случае нужно где-то дней 5, чтобы вся эта зелень осела и бассейн профильтровался. Вот, блин, козел. Не, ну только послушайте, какой они устроили. Бордель, блин. Заткнитесь! Эй! Они слушают, кажется. Когда я говорю заткнитесь, они затыкаются. А то. Только начнут орать, я скажу, чтобы заткнулись. Заткнитесь! Леночка говорит, где ты игрушку я сделала, и она так рада. Ты играешься, да? Мы ей этот шарик купили, она его сюда засунула. Я играюсь. Так они кушают. Чего ты пристал ко мне? Давай, иди играйся, иди. Не слушай его. Где шарик? Где он? Понравилась ей игрушка. Нравится игрушечка тебе, да? Ты моя красотка маленькая. Хорошая такая девочка, хорошая моя. Я тебя очень люблю, моя кошечка. Очень тебя люблю, моя кошка. Хорошая моя кошка. Подарочек ты мой сладенький. Вот я сижу в темноте, уже битый час, и думаю, когда же он съест свою тарелку? Мы уже давным-давно поели, а он до сих пор с мамой сидит на связи. Но знаете, что я думаю? Я бы очень хотела, чтобы мой сын был такой же, как он. Он ей раз в неделю звонит и 2 часа с ней висит на телефоне. И салют. Молодец. Салютики. Tu manges? Ben ouais. Enfin, mais c'est froid maintenant. Ouais. Мама. Я говорю, уже холодная еда. Он говорит, ничего страшного. Самое главное поговорить с мамой. Молодец. Цепух сажитым. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.